Пожалуйста, человек Божий, я не могу ходить последние 7 лет. Я сижу в этом инвалидном кресле. Я из Абуджи. Человек Божий, помоги мне. Меня измучила эта болезнь. Спасибо, Иисус, я могу ходить. Моя сестра теперь может ходить, а последние 4 года она провела в инвалидном кресле. Спасибо, Иисус, она теперь может ходить. Меня зовут Даяна Ибели Океке. Я из Абуджи. Я не могла ходить из-за ревматоидного артрита, которым страдала последние 7 лет. Я была в самых разных местах, в больницах, у знахарей, в разных церквях. Но ничто мне не помогло, пока я не пришла в синагогу Церковь Всех Наций. Я ничего не могла держать в руках, не могла носить своего ребенка. Я не могла делать никакую работу по дому. Все за меня делал мой муж. Я не могла готовить, стирать и даже есть, потому что от этого пострадали также десна и зубы. Спасибо Иисусу за то, что исцелил меня сегодня. Я прибыла в синагогу Церковь Всех Наций со своей сестрой. Я находилась в инвалидном кресле последние 4 года. Моя сестра рассказала мне об Emmanuel TV, и я смотрела его. Она сказала мне, что я должна прийти в синагогу Церковь Всех Наций сегодня, потому что это день рождения пророка Тебе Джошуа. И после того, как человек Божий прикоснулся ко мне, я могу двигаться снова. Я исцелена. Спасибо, Иисус. Спасибо, что использовал человека Божьего, Тебе Джошуа, чтобы отереть мои слезы, пролитые за последние 7 лет. Эммануэл, меня зовут Даяна Ибели Океке. Я из Абуджи. Проблема, которая привела меня в синагогу Церковь Всех Наций, это ревматоидный артрит, который поразил все мое тело, суставы, шею, ноги, колени. Я не могла ходить последние 7 лет и находилась в инвалидном кресле последние 4 года. Начиная с 2009 года, я побывала в различных больницах, но это ни к чему не привело. Мне назначали всевозможные препараты, но боль только усиливалась. Никакие таблетки мне не помогали, а только привели к тому, что у меня начал болеть желудок. И мне сказали, что я не могу больше забеременеть. Я молилась о том, чтобы Бог показал мне выход. По милости Божией я смогла родить девочку, но потом не могла кормить ее грудью и заботиться о ней. Всю работу по дому мне помогал делать муж и сестра. Я не могла сама одеться и вообще что-либо делать. Я была в различных церквях и молитвенных домах, но все безрезультатно. Моя сестра сказала мне, что я должна посетить синагогу Церковь Всех Наций, арену свободы. Как только человек Божий помолился за меня, я почувствовала электрический разряд. Все мое тело начало вибрировать. Я не понимала, что происходит, пока он не сказал: «Встань и иди». Я встала и пошла. И я не знаю, как мне благодарить Бога за это. Будучи молодой девушкой, я последние 7 лет была несчастна.
Но сегодня я благодарна Богу за то, что я могу делать то, чего раньше не могла. Я так рада, что могу снова одеваться своими руками. Меня зовут Маду Вероника. Девушка, стоящая рядом со мной, это моя сестра, а мужчина рядом с ней — наш дядя. Эта проблема началась 7 лет назад. Однажды она позвонила и сказала, что у нее болят колени. Я думала, что это обычная боль. Пока, по прошествии некоторого времени, эта боль не усилилась, и это распространилось на все ее суставы и на все тело. Она даже не могла сама мыться. Я знала, что как только мы ступим на это место, она уже не вернется отсюда в прежнем состоянии. Человек Божий помолился за нее и прикоснулся к ней, после чего она начала трястись. Когда мы пришли домой и легли спать, она спала как ребенок. Она уснула в 7 вечера и проспала до 9 утра. Это то, чего раньше она не могла делать. Я хочу сказать вам, что пророк тебе, Джошуа, это пророк нашего времени. Я говорю это на основании того, что я видела вчера. Я так счастлива. Это реально. Это не магия. Мне это не померещилось. Это произошло на самом деле. Кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Я хочу дать совет всему миру, особенно молодым людям, которые страдают от каких-либо болей или болезней, которые обречены на инвалидное кресло. Я хочу сказать им быть терпеливыми и ожидать Божьего времени. Я не надеялась, что снова смогу ходить, и врачи мне говорили то же самое. Поэтому я хочу посоветовать им быть терпеливыми и доверять Богу. И однажды Он непременно ответит им. Эммануил. В самом деле Бог с нами. Давайте поаплодируем Иисусу. Это прекрасный совет. Будьте терпеливы и ожидайте Божьего времени. Мы радуемся вместе с вами, мадам, вашему исцелению. И если вы сделаете Слово Божье стандартом своей жизни, это исцеление будет неизменным во имя Иисуса. Аминь.